Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер один на странице 49 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Сравни. Сравнить — это значит поставить знаки больше, меньше или равно. А чтобы это сделать, сначала нужно произвести вычисление. 8 килограммов минус 6 килограмм минус 2 килограмма получается 6 килограммов. 8 килограммов плюс 2 килограмма получается 10 килограммов. 6 килограммов меньше, чем 10 килограммов. 8 килограммов минус 5 килограммов равно 3 килограмма. 8 килограммов минус 2 килограмма равно 6 килограммов. 3 килограмма меньше, чем 6 килограммов. 5 килограммов плюс 3 килограмма равно 8 килограммов. 3 килограмма плюс 3 килограмма равно 6 килограммов. 8 килограммов больше, чем 6 килограммов. 7 килограммов плюс 2 килограмма равно 9 килограммов. Минус 1 килограмм равно 8 килограммов. 6 килограммов плюс 3 килограмма равно 9 килограммов, минус 1 равно 8 килограммов. 8 килограммов равно 8 килограммов. 2 килограмма плюс 5 килограммов равно 7 килограммов, минус 4 килограмма равно 3 килограмма. 5 килограмма плюс 2 килограмма равно 7 килограммов, минус 4 килограмма равно 3 килограмма. 3 килограмма равно 3 килограмма. 5 килограммов плюс 5 килограммов равно 10 килограммов. 3 килограмма плюс 3 килограмма равно 6 килограммов. Плюс 3 килограмма равно 9 килограммов. И плюс 1 килограмм равно 10 килограммов. 10 килограммов равно 10 килограммов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте.